Всем привет, с вами ималклик, и мы находимся на жутко интересном косплей-конкурсе. Вообще, косплей — это перевоплощение людей в различных героев. Но мне кажется, косплей считается удачным, когда он яркий и выделяется из толпы. Алена, а я считаю, что победит тот, у кого образ продуман до самых мелких деталей. А что мы будем спорить? Давай узнаем все у наших участников. Пошли. Пошли. Удачный образ – это у моей подруги из Геншина, но я не помню точно, как персонажа зовут. И мне понравился костюм, у кого был, получается, как Джокер. Мой образ – это образ шляпника из «Алисы в стране чудес». На шляпу у меня ушло около 2 часов, а сам костюм я готовила совсем недолго. Я просто посмотрела, что у меня в гардеробе, и попыталась составить что-то более похожее на образ этого героя.